Сегодня мы своими руками будем делать пушку Гаусса. Для этого нам понадобится фанера, пластик, трубка для дула, обмоточный провод для нашей ускоряющей катушки и, конечно же, конденсаторы. Чем больше, тем лучше. Кнопка для спускового крючка, тиристор для коммутации больших токов, батарейки для питания цепи пуска, лампа для ограничения тока заряда и диод, чтобы выпрямить сетевое напряжение. Первым делом соберем корпус, куда будет монтироваться вся наша схема. Форма может быть любой и зависит только лишь от вашего воображения. По-моему, получилось довольно круто. Крепим все детали внутри. Прочно крепим, чтоб не оторвало при выстреле. Следующим делом устанавливаем лампу накаливания. Не забываем про провода. Настало время мотать катушку. Для ее расчета воспользуемся программой FIM и скриптом для нее. В шаблоне вводим необходимые параметры, загружаем их в программу и на выходе получаем все характеристики катушки и будущей пушки в целом, вплоть до скорости снаряда. Приступим. Сначала накручиваем на ствол бумагу так, чтобы внешний диаметр стал равен 6 мм. Затем вырезаем две вот такие стенки 20-мм калибра. Просверливаем отверстия и насаживаем их на ствол с расстоянием между ними в 25 мм. Берем провод и далее наматываем 138 витков. Провод надежно закрепляем, обрезаем и наша катушка готова! Насаживаем ее на ствол и все готово к дальнейшей работе. Переходим к сборке схемы. Ничего сложного, тут же всего 7 деталей. Аккуратно, главное не перегревая элементов, спаиваем всю схему. Просверливаем отверстия и через них выводим провода на катушку. Устанавливаем завершающий элемент, нашу кнопку спуска. И пушка практически готова. Вот что у нас получается. Для упрощения использования нам остается поставить пушку на лафет. Вырезаем его из бруска. Вот что он из себя представляет. Меняя позиции катушки на стволе, можно добиться наибольшей мощности. Для начала поставим, как указано в расчете. Ну и самое главное, то, чем будем стрелять. Снаряды изготавливаем из 4-мм гвоздя, длиной в 24 мм. Ребят, а как думаете, можно ли соорудить пушку Гаусса такой мощности, которая смогла бы потопить линкорн Второй мировой? Мы знаем, что много наших подписчиков являются фанатами игры World of Warships. Единственная в мире игры про военные корабли. Эта игра очень реалистична. Приходится учитывать расстояние до цели, делать поправку на ветер, а внешний вид кораблей исторически достоверен до каждой заклепки. Ссылку на эту игру я оставлю в описании. По ней вы получите премиальный крейсер Албани и 2 миллиона серебра для успешного старта. А от вас жду комментариев, какой все-таки должна быть пушка Гаусса, чтобы потопить этот линкорн. Ну что же, пушка готова! Пошли тестировать.
откручиваем лампу, заряжаем конденсаторы от сети, снаряд устанавливаем, пуск! Неплохо. Попробуем против пепси-колы. Ой-ой, затопило камеру. При разряде конденсатора в катушку создается мощный электромагнитный импульс, который разгоняет обычный гвоздь до скорости пули. Ну а в конце хочу поблагодарить канал Мастерская Вествуда за помощь в создании этого ролика. Ссылку я оставлю в описании. Оставайся с нами, уже скоро выйдет видео про солнечную электростанцию. Всем пока!